Добрый день, мои дорогие зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в открытии паков. Не забудь обратиться к Ване Мухину. Курс настолько низкий, что не появится желания больше ни с кем сотрудничать. Запомни, братан, Ваня Мухин. Все ссылки в описании. Да, друзья, сегодня я решил пооткрывать пакцы на Xbox One, потому что давненько этого самого не делал. Я понял тебя, братан. У нас доступна команда английских футбольных лиг, лиг и Бенилюкса, вот до, аж до завтра. А команда английской премьер-лиги до 13 мая, поэтому вот как раз под конец, под завершение я решил эти самые паки пооткрывать. Но еще есть и команда недели. Нормально. Зашел я, главное, в команду недели, а мне команду АПЛ показывают. Ну так вот, команда АПЛ. Я думаю, вам не надо ее представлять, она очень и очень бомбезная. Goddamn right. Также есть команда недели, она не самая лучшая далеко, но все-таки, наверное, любой хотел бы иметь в своей команде Сережу Рамоса, а еще его информ-карточку. Вот она. Так, ну и у нас доступны паки по 350 FIFA поинтов, где у нас 12 предметов, и все эти предметы будут игроками. И именно эти паки я решил пооткрывать, потому что на данный момент это самые дорогие паки, а вы знаете, если открывать паки, то самые дорогие. У меня на счету 4750 FIFA поинтов, это не так уж и много, но этого нам хватит на 13 паков. И я сегодня решил поиграть с паками. Как это будет выглядеть? Я вам сейчас коротко объясню. Если мне выпадает игрок рейтингом выше 82, либо равный 82, то следующий пак, неважно, что в следующем паке выпадет, я буду квикселить. Вот, короче, такое правило. Я думаю, будет очень интересно на это на все посмотреть. А в подобных паках, где три редких игрока выпадает, ну, я думаю, парочку-то хотя бы игроков выше 82 рейтинга мы поймаем. Я, если честно, очень на это надеюсь, но буду надеяться на то, что в следующем паке мне выпадет говно. Да хрен тебе! Ну, вы поняли. Первый пак. 350 FIFA поинтов. Смотрим. Так, ну здесь не рарное, это значит он не будет выше 82. Следующий пак откроем диском Uncharted 4. Кстати, если вы еще не посмотрели мой стрим, то можете зайти на канал, и там он, я выложил его. Ну и приходите, сегодня вечером будет продолжение стрима по Uncharted 4. Давайте посмотрим, может, Натан Дрейк нам принесет удачку в этом самом паке. Пак за 350. Ну давай, Натан, я очень тебя надеюсь. Ты же находишь сокровище, дружище. Найди мне сейчас сокровище, пожалуйста. ФРВ Франция, это Жиру. Это 82, ребята. Это 82. Ну, не знаю, спасибо тебе говорить или нет. Посмотрим, что будет в следующем паке. И вот, ребята, наступил этот самый момент. Первый этот ответственный момент, когда мне нужно будет в третьем паке уже, чтобы в нем не выпало, все продать по самой низкой цене. Поехали. Я очень не хочу, чтобы там было что-то хорошее. Не дай бог. Только не что-то хорошее. Только не что-то хорошее. Милнер. Так, тотсов нет, слава богу. Все. Ничего нету, тотсов нету, ничего нету. Все, мы это все спокойно продаем. Делаем квиксел. 4500 монет за это получаем. Ну и поехали. Так, Милнер был не 82, значит, следующий пак мы не квикселим. Открываем его. Блин, да давайте носом, что ли. Чё я ни разу так не делал, а многие говорят, им помогает. Носопаки там, все дела. Ну что же. Я немножко сейчас расслаблен. Даже если мне ничего не выпадет, я не расстроюсь. А если мне выпадет Белараби 83, то значит, следующий пак у нас опять будет квиковый. Так, ну здесь... Здесь опять нету тотсов. Где же тотсы? Тотсов нет. Тотсов съели на обед. Возможно, всех тотсов уже до меня выловили в российском FIFA комьюнити. Я не знаю. Так, ну что, здесь у меня под рукой нашлась моя камера GoPro 4 Hero. Она же герой, ты же мой герой.
Ты самая лучшая камера в мире. А, кстати, скоро ждите, на эту камеру был отснят вложик о чемпионате мира по хоккею в Москве. И я думаю, парочку классных серий я для вас выпущу. А, так, 350 поинтов. Поехали. Ну что ж, GoPro, не подведи меня, родная ты моя. Только не что-то хорошее, только не что-то хорошее, не рарная Эрера. Эрера 81, не рарная, тотсов нету. С одной стороны, я должен печалиться, но нет, этот пак я должен был квикать, и я с спокойной душой это делаю. Ладно, поехали. Следующий пак. Открываем на 350 FIFA поинтов. Ну и вот здесь, сейчас, давайте. Эй, есть, что-то будет, да? Нет. Игроки Севильи. Вы реально, мне сегодня очень много уже их упало, и вы хотите, чтобы я из вас состав собрал, что ли? Давайте оденем бейсболку чемпионата мира по хоккею, может быть, она счастливая. Поехали, следующий пак, 350 фифа-поинтов, сейчас не переживаем, сейчас все, что упадет, будет наше. ФРВ Германия, это Клозе, ребята, Вицель, Клозе, да. Что ж, поехали дальше, мы, кстати, уже на экваторе нашего покопанинга сегодняшнего, и пока как-то ничего нету. ЦЗ, Бразилия. Луизао. Но он хотя бы 82. Что ж, следующий пак-то я квикаю, поэтому я, естественно, открою его просто и сейчас отвернусь, друзья. Отвернусь, чтобы не видеть этого безобразия. Не дай бог, там мне что-то выпадет. Не дай бог. Что-то нападало. Звуки. Тайнер. Я уже вижу лишь тайнер. Блин. Ну, что вам сказать? Давайте посмотрим, сколько он стоит, но мне придется его квикселить. Ой, да ничего он не стоит, все, ничего страшного, все спокойно, весь пак отправляем. Ну а следующий пак мы откроем мячиком Лиги Чемпионским, вот он. Маленький мячик Лиги Чемпионов. Скоро финал Лиги Чемпионов. Может быть, он нам поможет. Так, только как же попасть мячиком? Ай, нет, я не ту кнопку нажал, сори. Но может быть, перезаход это даже к лучшему. Правый стик сейчас мы отодвинем. И тогда можно будет мячиком на буковку А нажать. Теперь мячиком сюда. Отодвинем и еще раз мячиком на буковку А. Так, блин, как же сложно мячом открывать. Ну что же, давай. Лига Чемпионов. Ты что это, Севилья сегодня падает? Севилья, Черышев. Так, остается совсем немного паков. Совсем чуть-чуть, и мы поймаем хоть что-нибудь сегодня. Пожалуйста. Да. Да, друзья, ни рейтинга. Давайте опять Севилья. Да это день Севильи, что ли, сегодня? И что я предлагаю? Я предлагаю открыть 3 пака по 300. По 300. 300. Давай. И не надо сейчас шутить про тракториста. Давайте так. По 300. Опять РР. Да что ж такое-то, а? Ну, смотрите, рейтинг 81. Открываю левой рукой. Может, левая фартовая? Это всего лишь Кокорин. Спасибо за Кокорина. Левая рука. Ну и последний пак я открою шайбой, которую я привез с чемпионата мира по хоккею. Она такая у меня еще даже запакованная. Вот сейчас при вас прям открываю. Вот. Ну, обычная шайба. Ну, именно такой, кстати, играют. С такой раскраской, насколько я понимаю. Стоимостью 700 рублей. Вот, если не верите. Так что это не, вообще не дешевое удовольствие, нифига. Вот, давайте этой самой шайбой откроем этот пак за 300 FIFA поинтов.
Ну что ж, шайбочка, хоть ты мне принесешь удачку, пожалуйста, Фэрвэ Бентеке, который у меня уже есть. Нифига мне сегодня что-то не падает. Ну и Бентеке был с рейтингом 82, поэтому я еще один пак за 7500 FIFA поинтов открою, чтобы, ну, хоть какой-то экшен был, потому что, честно, на монеты открывать паки я не хочу, друзья, а поинты, как вы видите, у меня кончились. Поэтому просто пак за 7500, ну, скорее всего, там будет говно, хотя не так давно мы ловили с вами в таком паке Тотса. Ну да ладно, смотрим. Ну и слава богу, ничего тут хорошего не выпало. Значит, я со спокойной душой весь пак к XL, хотя тут есть везуха. Ну и фиг с ней. Нет, не в клуб, да, вот, к XL. Все, друзья, на этом игры с паками закончились. Для меня они обошлись не так дорого, как могли бы. Ну, в смысле, мне только пришлось потратить на покупку поинтов. А вот квикселить никого не получилось. Да и поймать, в общем-то, по-хорошему никого тоже не получилось. Но я надеюсь, что в следующий раз нам чуть больше повезет. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки. И до скорых встреч. Всем пока. И тут... КФА Аргентинец Ди Мария.